Рос себе кустик, да и рос. И вот этот кустик в один прекрасный утро расцвел. И появилось у меня во дворе вот такое чудо. Пушистое, красивое, гигантский одуванчик. Простояли они дня три, а потом все облетели. Но зато это была такая красота, прям само любование. Утром, когда солнышко выпадало на эти шары большие, они становились какими-то золотисто-прозрачными. Конечно, это семечко от них прилетело откуда-то, может быть, возможно, с поля, с какого-то, потому что такое растение никогда у меня не росло, а то вдруг раз и появилось. И на закате были очень красивые, они становились почему-то какими-то чуть-чуть оранжевыми, с одной стороны оранжевые. Но я не стала особо семена собирать, так они выросли, отцвели, я их собрала и убрала. Все. Вот такую красоту вырастила я у себя на участке.